выборы прошли, вот это ваш выбор. И мой выбор, потому что я тоже его делал выбор. Вот то, что мы выбрали, или кого мы выбрали, вот они представлять сегодня будут нас в парламенте. И они формируют сегодня правительство. Вот то, что мы маем, то мы маем. Вот то, что мы наголосовали с вами, то и будем пожинать. И если люди не поймут, что от них зависит очень много, но для этого надо правильно отдать свой голос, мы будем пожинать горькие плоды. Я думаю, что не все сегодня довольны составом и нынешнего парламента, и я думаю, что не все будут довольны и новыми назначенцами министрами и кабинета министров, но это наш выбор с вами. Следующий выбор давайте сделаем другой, правильный. Я думаю, что в октябре месяце, последняя неделя октября, будут выборы местного органа власти. Будем голосовать, будем выбирать, и будем с этими людьми жить. Они будут нами руководить в полной мере, тем более, что я думаю, к этому времени и будет децентрализация власти.